Здравствуйте, дорогие любители инструментальной и авторской музыки. Очень приятно вас видеть, хотя я не всех вижу. В лицо светит фонарь. Но в любом случае, сегодня, когда шел в клуб, было огромное количество народа, детей, которые шли радостно в сторону клуба и потом поворачивали в плавательный бассейн. Так что я думаю, каждый выбирает в субботу свое. Кто-то сейчас, наверное, катается на лыжах в темном лесу и пропинает все на свете, а кто-то сидит в уютном зале и слушает и нас. Нет, скорее всего, свои собственные эмоции, которые будут возникать, и, надеюсь, в ответ на наши звуки. Первые две композиции называются «Моменты радости» и «Удача». Thank you.
Это была увертюра. Сразу представляю бархатные занавеси, которые распахиваются, выходит оплощенный конференсье, и после каких-то дежурных шуток выходит в предвкушение. Да. Вот я не знаю, говорит ли о каждой пьесе, почему она написана, наверное, не стоит. И поэтому некоторые я не буду объявлять. Просто в таком молчании мы будем наблюдать за тем, что происходит на сцене. Я не хотел бы своим голосом нарушать ту ауру, которая возникает. Кстати, интересно, на нашем концерте, как правило, я не знаю почему, никогда не звонят телефоны. И более того, даже некоторые задние ряды, которые не так вовлечены в происходящее, говорят очень тихо, и их не слышно. Я надеюсь, что сегодня эта традиция будет продолжена. Thank you.
Следующая пьеса называется «Встреча». Я очень хорошо помню, есть такие встречи с большой буквы, когда запоминаешь на всю жизнь. И вот первая из таких встреч была в пионерлагере имени Гагарина. В Анапе солнце жаркое, над персиками летают мухи. В пионерском лагере из-за продукторов звучит «Как молоды мы были» в исполнении известного певца. И думаешь, от чего же были? Все так начинается. И вот в очереди в столовой, в пересменке сзади меня стояла девушка в каком-то тренировочном костюмчике таком. Вот, я искал ложку для супа, и она говорит, какой ты смешной, вот же ложки, где мойка. Вот. И я посмотрел на нее и боялся оглянуться еще раз. Это была встреча. Таких было потом много, они с каждым годом все реже и реже. Но такие встречи запоминаются. Вот пьеса «Встреча». Не обязательно об этом. У каждого своя встреча. Thank you.
богиня означает с огнем. С огнем. Следующая пьеса посвящается, ну, вы знаете, умудренный какими-то личными победами и поражениями женщин. То есть вот представление, воспоминания о своей жизни. И, наверное, нужно что-то еще сказать. Я лучше промолчу, давайте представим, вот если бы мы увидели в трамвае или в электричке такую даму, смотрящую в стекло, ведь наверняка у нее что-то такое похожее происходит в воспоминаниях. Мне так кажется, не знаю. Пьеса называется «Моя жизнь».
No.
наш концерт продолжается. Следующая пьеса посвящается... Собственно, что говорить? Я одно время, сейчас, наверное, в меньшей степени, а вот лет 5 назад очень стеснялся вытаскивать из машины свой инструмент, вибрафон. Ну, в частности, это не очень большой, а есть еще и гораздо больше, вы же знаете, есть такой. Да, ну неважно. И вот я мне с ним было неловко. Я не знаю, почему я ловил себя, почему тебе стыдно вытаскивать музыкальный инструмент из машины, когда кругом гуляют дети, бабушки и прочие жители мегаполиса. И мне было как неловко, что занимаюсь музыкой. Вот странно, да, ощущение. Занимаюсь музыкой. Ну, хоть, казалось бы, но найди себе применение в этой жизни. Ну, что ж это такое? Музыка. Ну, и вот мне как-то хотелось объяснить. Ну, знаете, понимаете, я не то, что прям музыкант, но я такой что-то свое сочиняю. И вот не могу понять, почему. Да. А потом, неожиданно, я сейчас стал понимать, что... Ну, знаете... В медицине, да, там есть фельдшер, а есть делает нейрохирург, да. Ну, вот все-таки есть такая разновидность. Когда я иду по подземному переходу, и там играют молодежь, тоже музыканты, коллеги, вот, они просят у меня денег. А я говорю, слушайте, ну, я, конечно, готов. Но вы знаете, ведь кто знает. Может быть, действительно, завтра мы с вами поменяемся местами. Но дело не в этом. Дело в том, что хлеб город, и, конечно, музыкантский. И вот пьеса следующая посвящается тому, что чем заниматься? Или заниматься творчеством, и тогда в чем-то себе отказывать, да, элементарно. И не надо даже стесняться появляться в с инструментом. Или же, наоборот, заниматься не творчеством, рекламной деятельностью, зачем-то еще. Чем люди нормальные, человеческие занимаются, зарабатывают. Вот. Но в этом случае будет тоска по инструменту. И вот это вот бесконечная, какая-то вот несоединимая подкова, которая должна как-то разогнуться или согнуться. Да. О чем это? Я, наверное, наболевшим, поэтому так долго рассуждаю. Ну, собственно говоря, что да, по краю. По краю так называется следующая композиция. Thank you.
приехал из города Переславль-Залесский. Дорога была свободная, машин нет, но перед этим успел еще кататься на лыжах в лесу. Я вам скажу, ну вот как человек из народа, вышедший из самой глубинки, из самых, так сказать, низов, церковно-приходская школа заключена. И у многих почему-то социологов и у вспыльчивых женщин мнение о том, что вот на периферии, в провинциальных городах сплошное пьянство, алкоголизм. Вот. Да-да. Ну, вы знаете, я могу сказать, что мне сложно что-либо возразить, но я решил провести эксперимент. Я вот сегодня пошел в лес и решил найти алкашей. И, знаете, в лесу никого не было, наоборот. Вот у меня там были соревнования, выдавали маечки такие с номерами, 16-й, 17-й, опять 17-й, ну что, по номер. Ну, их очень много, этих номеров. И люди, там, ну, крепко стоявшие на ногах, а у меня крепление разошлось, видите, там вывинчивается винтик. Ну, кто катается на лыжах, знает. Судя по всему, никто. Да, вот там есть винтик. Ну как, чем заворачивать? Я пошел в народ. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, отвертку. Говорит, мы не пьем. И так к каждому подходил, говорит, вы не думайте, мне нужно просто завернуть. Не, отстань, мы сейчас соревнования. Вот. Я чувствую, что грубость, вот такая грубость, как-то, ну они, конечно, не алкаши, но как-то тоже очень симпатично получается. Я же коллега, их пришел покататься, посмотреть на зайчиков, прыгающих в лесу. Ну, нехорошо. И бегал. И вот, значит, когда уже когда встал на лыжи, думаю, ладно, пускай будет. И неожиданно потянулись люди. Говорит, извините, просто мы были заняты. Вот вам ответ. И у меня было штук 5 или 6 этих отверток, уже не нужно было. Поэтому никогда не смотрите на какую-то внешнюю человеческую, может быть, какую-то отрешенность, грубость. И, знаете, как вы говорите, вот, у крабов, у раков, у них же всякая хитинковая оболочка. Ведь мы же на самом деле очень нервные, даже пьющие, очень нервные. А к чему я все это? Завязывай. Нет, а вот, кстати, да, вот так была идея. Да, следующий. Может, она будет поместить. Ну, друзья мои. Да. Я бы, честно говоря, не хотел бы сейчас затевать диск, потому что, ну, это другая немножко тематика. Катался на лыжах, не катался. Но тем не менее. У нас год по общению, не музыки, да, конечно. Музыка, да. Ну хорошо, дайте я хоть объявлю, что это за пьеса, но желающие могут тему продолжить между собой, зато и познакомиться в зале. Значит, «Синь камень», так называется пьеса, посвящается городу моему любимому, Переславль-Залесскому, жителям, неважно, пьющим, пьющим, катающимся, не катающимся.
Сегодня было удивительное солнце. Те, кто отрывается от интернета и смотрит в окно, могут подтвердить, мне сказано, действительно, не за горами, я не знаю, конечно, надо еще март пережить, но не за горами весна. Весна это, ну, хочешь или не хочешь, а все равно мысль о каком-то увлечении, какой-то любви, о каком-то приятном событии, с тюльпанами, с насморками, простыми после этого, обязательно посещает. И вот пьеса о любви. Ну, такая, знаете,
любовь первого солнца. То есть это вот что-то первое солнце, это вот начало чего-то, еще первые такие вот, еще такой немножко полумрак, чуть-чуть непонятное, что это чувство или увлечение, что это. Вот. Об этом пьеса, наверное. Надеюсь, что у каждого из вас свое предложение, как трактовать эту композицию. Спортивная, молодежная, и она связана с бездорожьем, связана с ухо-ю, 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 я. Вот, о чем она? Кто его знает о чем? О свободе, о радости, о ветре в лицо. Отстающих безнадежно лыжников позади. Может быть, об этом. Ну, а те, кто немножко уже принял, чуть-чуть принял, сами без труда разберутся, о чем это пьеса. Oh,
исполняли для вас композиции. Хочу представить виолончелистку, вокалистку, покорительницу и снисходительницу до нас грешных, Дарья Любовна Лобать.
Первое солнце. Первое солнце. Спасибо вам. До новых встреч на площадках вашего замечательного города.
удовольствием еще раз представлю. Вы знаете, хорошо. Вот такая ситуация. Вы знаете, у нас набралось очень много нового материала, очень красивые мелодии, очень много интересного и всего прочего. И очень хочется записать это на диск. Мы обратились в планету, вот эта площадка, и там ничего не получилось. Ну, вот кирпичи там, есть группа, которая удачная в этом плане. Я к чему все это веду? Потому что, скорее всего, на сайте или на Фейсбуке мы разместим какой-то такой счет. Да. Кто, ну, кому интересно, что будет дальше с первым солнцем, какая музыка будет дальше, не брезгуйте, посещайте. Заказы, хорошо. Стол заказов. Ну все, господа, всего вам хорошего. Да, хорошего вечера. Всего хорошего. Спасибо.